Маевички за срок. Мне очень приятно быть среди вас и то, что пригласили меня сюда. Судьбаки покороши мабуку, как информации не так, как он хочется. Потому что когда я вижу пасторов, мне кажется, что я на Украине, это мои братья, похожи на Шхенбет, Пефрат, пастор, мы все пакали на мне, прямо кащиной, мне не долгим форте детско. И свою жизнь я провел в Балтийском братстве, можно сказать. Тогда я сам я антроид лин фрацитате Балтийска. Но будучи простым членом церкви, я сейчас председателем Союза Украинского. Да, отунча я был симпу мемо, да раз я сум крещитель Балтийского в Украине. То есть я был руководителем молодежи, и диаконом. Ланча я был лидер ветеринарей, тупа и диакон. А мы вот сейчас думаем о жунце пустом колесу. Потом мне все известно, в баптизме, скажем, вечеря, чем мы живем. Это лук, пекаре, лекунос, лин, лумя баптиста. Наши страны где-то похожие, нас притесняли во время. И церкви наши, undeva, au foarte multe lucruri în comun, pentru că pe vremea comuniștilor am fost prigoniți și ne-am lăsat și noi. Я знаю, что в церкви ключевая фигура – это пастор. Eu știu că în biserică figura cea mai importantă sau personajul cel mai important este pastorul. От него все зависит. De la el depinde toată lucrurile. Они будут слушать президента, будут слушать других людей, на них будут поступать так, как сказал местный пастор. Membrii vor asculta pe președinte, pe multe alte personalități, însă ce spune pastorul, aia vor face. Вот вас очень очень важно, что вы будете говорить. De aceea e foarte important ce veți spune frațelor voștri din biserică. Мне немножко сказали рассказать о нашем братстве. Mi-au spus frații să povestesc câteva lucruri despre frațietatea noastră din Ucraina. Istoria noastră bratstvă e de 160 de ani. Istoria frațietății noastre are cam 160 de ani. Она возникла просто так, люди, посещая православную церковь, смотрели, что что-то не то, не так, как Евангелие. А потом, аша, уамени, мергând în biserică, s-au văzut că ceva nu e în regulă, ceva nu e în conformitate cu Scriptură. И несмотря на то, что было уже тысячи лет христианства, люди начали читать Евангелие и начали выходить из православия. Deși creștinismul a apărut de 1020 de ani în Ucraina, și totuși oamenii au văzut că ceva nu e regulă și au început să se întoarcă. Așa a apărut frațietatea noastră. Путь был нелегкий. Drumul n-a fost ușor. И во времена еще до революции. Și până în Revoluție. Потому что православная церковь очень уезжала, притесняла и так далее. Церковь ортодокса foarte mult a înjosit și a încolțit bisericile noastre. Потом после революции был большой такой всплеск. După революция s-a făcut așa o explozie a trezirii. Потом советская власть сделала все возможное, чтобы верующих не было в стране. Așa făcea Uniunea Sovietică, făcea tot felul de lucruri pentru ca biserica să nu există în. На это все пошло в историю, и сейчас мы имеем большую свободу. Да, тот очистый беспрекаянно говорит его истории. Астас судим утро алта нуме. Во время перестройки, после перестройки, я думаю, как у вас, нас начали бурно расти новые церкви. А шаг мужчина, у меня просто дупа революция, он чуть-чуть сокрясь, как бесерич на шаг, хочу верить, что буквально. У нас после перестройки было 900 церквей, сейчас в 3 раза больше, 2800. Мы видели, когда я коммунизм, он был 900 церквей, а сюда даем 2800. У нас, как везде, во время Советского не было духовного образования. Нам вот лично нижняя масса. Сколько сэнвеция пепрации вошли Библия. И когда пришла свобода, все начали реализовать духовное учебное заведение. Когда мы видели, брататы, форте мульте, ораши, мульте, бисерича, аудиски, собственно, для школы библичи. У нас сейчас 46 разных учебных заведений. А вы нас вот факт, значит, шансы де локу, в каре се студиаза скриптура. Но надо уже не хватает студентов в России. Да, без проблема, но ажут студенты. И сейчас мы, этот год у нас, год миссии. А ну, честно, ам хотели сапачим анну миссиуни в Украине. Мы сейчас немножко говорили, что в этом году мы хотим на Украине говорить только о миссии, о пробуждении, о том, чтобы верующие вышли к неверующим людям. А сейчас нам говорит, убит, раз только, а ну, честно, ам хотели ищим din biserică noastră și să mergem cu Evanghelia la oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu. Poate că și сейчас такое время они не приходят, как после перестройки. Astăzi oamenii nu vin la biserică așa cum veneau înainte, de după Revoluție. А Божье повеление, чтобы это найти к ним. Iar porunca lui Dumnezeu este plecați spre oameni, mergeți spre ei. Иногда нам это не хочется, нам уют в церкви, своим братьями, мы уже имеем множество программ. Câteodată nu avem dorința să ieșim afară, pentru că avem problemele noastre, stăm aici, ne simțim bine. Но мы сейчас говорим, что нам нужно выходить к людям, серьезно выходить к людям. Astăzi spunem că trebuie să ne gândim serios, la modul cel mai serios, ca să ieșim spre oameni. Мы себе на 10 лет или на 20, скажем, поставим.
fiecare dintre țele. Fiecare dintre noi am pus niște scopuri pe durată lungă, 10 ani sau 20 de ani. Мы хотим, чтобы каждая церковь был такой хороший пастор. Мы хотим, чтобы фикарь беседка сайба был пастор форте бун, который сошлит за руководство. Несмотря на то, что много людей обучались, все-таки пасторов у нас не хватает. Деши, я лугу анелор, мы будут форте мульт студенты, которые мы нацапали в школе очистой библии, тотуш, мы имеем невой для пастора. Потому если у вас есть возможность приезжать, пастора там нужны. Я че, так овец, который вас кемали, венец, ламой, как вы любите пастор. Вы поставили себе такую цель, что за это время нас стало в два раза больше. А плюс ошел скоп, объектив, оно честно касается дублом номеру, кричущего. Не знаю, как Бог благословит нас. Слушайте, Бумба, я не куда-то не сделал, а часто объектив. Но мы это молитвенно ставим перед Богом. Да, мы лыбочули наше ампус объектива честно пацана. Мы ставим такую цель, чтобы в каждом населенном пункте есть 5000 людей, чтобы начать новую баптистскую церковь. Но я ша, не ам пропуска, но когда если мы сум 5000 де уаме, с инфинцем инко беседика. Мы сейчас ставим себе такую цель, чтобы финансово церковь и союз был независимый от иностранных миссий. Не будет для себя ума объектив, как беседище баптисты для Украины собирали индепендент де стат. Și din punct de vedere financiar. Я не знаю, как в Румынии, но украинских баптистов сложно как-то, ну, чтобы они... Ну, știu cum e Румыния, dar pe баптиști din Украина e foarte greu să-i scoți din stat. Но уже есть хорошее движение, скажем. Dar începem să lucrăm la lucrul acesta. Мы много говорим то, что Божьи деньги нужно отдать Богу. Noi vorbim foarte mult despre banii Domnului care trebuie dați lui Dumnezeu. Имея в виду десятину.